Всем привет! Небольшая новость. Мне пришла посылочка с новым iPhone 12 Pro Max. Не могу не поделиться. Вот так выглядит коробочка. Постучались, дали в руки, спросили фамилию, имя и все. Даже подпись не потребовалась. Домой привезли. Заказала я 6 числа и 13 уже пришла посылочка. Как видите, все очень серьезно выглядит. Просто так не вытащишь. В общем, надо еще постараться открыть все это. Вот она, рыба моей мечты. Так выглядит коробочка. Сейчас мы ее откроем. Очень солидно, тоненько. В общем, этих обзоров уже и анбоксов было очень много, так что мы сделаем все быстро. Снимаю я сейчас все на iPhone 10, если что. И вообще все мои видео последние сняты на iPhone 10. Теперь я буду вот на 12 снимать. Там есть камера с широким углом обзора, что нужно нам для обзоров домов. В общем-то, в первую очередь для этого я и приобрела новый телефон. Вот такой вот золотой. Я выбрала золотой, потому что до этого у меня был черный, и он уже поднадоел. Такая вот красота. Говорят, сразу же следы остаются от пальцев. Ну да, так и есть. Так, сейчас с этой стороны открываем. Очень большой, больше, чем все остальные айфоны. Солидный, такой тяжеленький, как слиточек золота. Тут у нас, в общем-то, что? Только кабель. В общем-то, и все. Тут какие-то инструкции. И для сим-карты. Это все, что здесь есть. Ну, в принципе, этого достаточно. Будем пользоваться. Ура! На Амазоне я заказала вот такой вот чехол прозрачный. Так что сейчас мы оденем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Чехол я выбрала подороже. По отзывам вроде бы хороший, тоненький. Потому что вроде бы как... Сейчас новые айфоны устойчивы к падению. Ну, посмотрим. Надеюсь, мне этого чехла хватит. Итак, в общем, вот как телефон выглядит в чехле. Я считаю, замечательно. Мы будем пользоваться. Смотрите новые видео с новым телефоном. Надеюсь, качество улучшится. Всем пока! Делаем тест с новым телефоном. Надеюсь, качество картинки вам нравится.